Всем, кто зашел на мой канал. Сегодня будем готовить очень интересную закуску. Для приготовления такой закуски нам понадобится грудка отварная. У меня вот такая небольшая. Отварила я ее в подсоленной воде. Кусок сыра, обычный твердый сыр. У меня здесь 200 грамм, может быть чуть поменьше. Полстакана грецких орехов. Я приготовила еще 3 ложки майонеза. Немного чеснока, буквально у меня вот таких 4 небольших зубчика. И вот такой пучок петрушки. Можно ее свежую, у меня замороженная. А также по желанию можно добавить еще и укроп. Просто у меня на данный момент его нет. Так. Порезала я отварную грудку. Натерла на мелкой терке сыр. Порезала зелень. И натерла на мелкой терке чеснок. Дальше надо взять побольше миску, чтобы удобнее было перемешивать. Выкладываем все продукты в эту миску, заправляем майонезом и перемешиваем. Так, перемешали. Я перекладываю в емкость поменьше, закрою пищевой пленкой и поставлю в холодильник минут на 20. Продолжаем готовить нашу закуску. Орехи я измельчила. Вот такую крошку. Формируем небольшие вот такие шарики. Можно покрупнее, кому как нравится. Я буду делать небольшие. И обваливаем каждый шарик в грецких орехах. Вот и все. Закуска готова. Осталось только поставить ее на праздничный стол. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю, как всегда, всех благ, здоровья, всего доброго и до свидания!